Вот, кстати, я недавно прочитала в интернете про первый в истории дуэт искусственного интеллекта и музыканта. Меня это очень заинтересовало. Я послушала композицию Алекса Кафера, причем у него, насколько я понимаю, одна такая композиция, но очень необычная, вообще очень необычный артист. Ну, тебе понравилось? Необычный. Мне очень понравилось. Ну, вот видишь, как хорошо. Да. А еще как здорово, когда он к нам приехал сегодня и прямо в студии презентует новую песню. А да, действительно, он вместе с искусственным, правильно я сейчас говорю? Ты вместе с искусственным интеллектом на основе, проанализировав все хиты последних лет, создали вот ту самую модную песню. Так? Самую банальную. Самую банальную песню на основе вот этих всех хитов. На основе вот этого всего, да. Удивительно. А какую сегодня мы услышим? Да, вот что мы сегодня услышим? А сегодня будет летняя песня. У нас все-таки лето наступило. Так? В наших краях, да, кстати, лето наступило. И я нашел это лето и написал про эту песню. Отлично. Итак, уважаемые телезрители, наш свердловский гость, нет, правильно, наш гость из Екатеринбурга радует нас сегодня летним настроением и прямо в понедельник заряжает энергией. Итак, в студии Алекс Кафер.
как хорошо, ай да браво. А слышал вот это, секрет в городе Че, это по-любому же про нас, да? Это конечно. Да, договорились. Итак, друзья, спасибо огромное. Этот день и новую неделю дал энергии летней Алекс Скафер, наш гость. Да, Алекс, спасибо вам огромное. Спасибо девочкам прекрасным. Я знаю, что я хочу. Я хочу такой костюм. Мы ему ребенку дали место в садике. Мы пойдем как раз в садик. Ну, тебе такой костюм не знаю, насколько пойдет. А вот костюм, как у Марины Король, например, которая ведет у нас русскую трапезу, точно тебе подойдет. Кокошник, вот это все.